Здравствуйте, народ. Тема нашего сегодняшнего ролика — это ремонт UPS-ника. Притащили мне вот такой UPS-ник на разборку на радиокомпоненты. Ну, в принципе, за даром, поскольку знают, что я занимаюсь. Но все-таки мне интересно стало причина его поломки. Притащили, сказали, что он не работает. Но включал его в розетку, он работает. Но дело не в этом. Света когда нет, он... Сейчас покажу. От аккумулятора 0. И от аккумулятора 0 бывает в двух причинах. Або он высох, або что-то на плате не то. Ну, скорее всего, мне кажется, что он высох. Вот крышка с трудом открывается. Открылась. Ну и вот, как вы видите, вот трещина на аккумуляторе. Аккумулятору пришла скоропостижная смерть. По марке видно, что это, в принципе, его родной был. Ну и вот трещину более подробно видно. Ну, со второй стороны так само. То есть посередине и еще. Ну вот так штат вам, наверное, не слышно, но там внутри дребезжит все. Короче, аккумулятору пришла хана. Вот такие бывают легкие, в принципе, ремонты. Ну вот, ставим сейчас имеющуюся у меня батарею, мою для эксперимента. Ну и проверим, только аккумулятор был виной или, возможно, что-то еще. Так, сейчас вставим. Ставили мы. Ну, момент истины. Вот, как видите, проблема была в аккумуляторе. У людей просто он стоял годами, высох. Ну, а когда, видно, вырубили свет, то бесперебойник просто не включился. И они решили его сплавить. Ну, в принципе, мне он почти даром достался. Что-то меньше, чем доллар. Ну, а кум пойдет в утиль. Выкидать на мусор я не буду его, поскольку это свинец. Наверное, лучше отнесу на точку. Примут, не примут. Ну, хоть на переработку пойдет. Вот так, ребятки. Достался мне почти на халяву бесперебойник. Притом еще и рабочий. Единственное, что меня напрягает в нем, так это вот, видите. Пожелтела пластмасса. Это, скорее всего, здесь греется. И греется довольно сильно. Я, в принципе, потом разберу, гляну. Потому что, скорее всего, его ремонтировали. Вот что-то у меня такое убеждение есть. Потому что здесь, насколько я помню, должны в этом углу стоять. Ой, чтоб вас не обмануть. Я не помню точно. Там наподобие такого маленького этого, не помню, как называется, проволока намотана. Наподобие феридового кольца, только меньших размеров. Ну, наподобие кондера в изоляции. Только там проволок. Забыл, как называется. Поскольку сталкиваюсь с такими вещами мало. Не все помню вещи. Ну, вот такой песник на 500 ватт. Индийский. Мне достался даром.
А, кстати, можем посмотреть заодно, какого года он выпуска. Так, ну вам будет не видно. А мне, в принципе, видно. 6-го года он выпуска и 4-го месяца. Ну, в принципе, нормально. Предыдущий у меня есть еще один такой GPS-ник. Такой у меня сейчас стоит подключенный. Вот он внизу стоит. Работает давно. Сейчас он выключен, ибо нет нужды. Его, в принципе, тоже так же притащили мне. Практически за даром на разборку. Но тоже оказался рабочий. Но там в этом была проблема. Короче, повздували конденсаторы, и он что-то перестал работать. Ну, вот такой у нас легкий ремонт. Подписывайтесь, оценивайте и не держите в секрете от друзей. Всем пока.